Делаем опару. Берем дрожжи, 125 миллилитров воды, размешиваем дрожжи. Все, дрожжи размешали, сейчас добавляем с общего количества муку. Все делается очень быстро и просто. И добавляем с общего количества немножко сахара. Все, оставляем, пускай подружит. Тем временем нам надо цедру лимона и цедру апельсина одного. Берем цедру одного апельсина. Снимаем только оранжевую корочку. Также нам нужно сок апельсина нужен. Все, опара наша подошла. Выливаем сюда сок апельсина, цедру лимона и апельсина. Разбиваем два яйца. Размешиваем соль, сахар половину. Половина пойдет на начинку. Добавляем всю муку. Замешиваем тесто. Добавляем 1 столовую ложку ванильного сахара. Специи. Мускатные орехи, кардамон. Размягченное сливочное масло добавляем в 3 приема. Вот тесто уже начинает объединяться. Хорошенько надо все вымешать. Все, теперь тесто ставим на расстойку, смазываем миску маслечком чуть-чуть. Все, я сейчас измельчу орешки. Вы измельчайте как хотите, а я измельчаю ступ. Все, сейчас смешаю орехи. Добавлю сюда сахара. Будет там такая. И масло сливочного. И будем начинять. Добавляем бельзантера. Измельченное сливочное масло. И перемешиваем все. Все, начинка готовая. Все, тесто подошло. Я всегда его ставлю в духовой шкаф. Сегодня не включала свет. Обычно я включаю свет. Сегодня не включала. Тепло в квартире. На улице, кстати, уже плюс 16. Так. Где моя мука? Чуть-чуть подпилить надо. Пыляем поверхность капельку. Тесто такое красивое. Замечательное тесто. Смотрите, какое. Теперь делаем квадрат такой. Растягиваем его. Квадрат где-то полметра на полметра. Как у вас получится? Примерно. Видите, какое пухкое тесто. Обожаю это тесто работать. Полмиллиметра где-то толщиной делаем. Всю поверхность надо смазать сливочным маслом. Затем все посыпаем ореховой смесью. Орех, сахар и масло. И немножко цукатов.
Раскручиваем рулет. Скрутили рулет. Так, этот рулет разрезаем на две части. Все, мы разрезали на две части. Теперь берем, скручиваем это, находим середину и накладываем один на один. Так. И перекручиваем вот так. Раз. Два. Рис. 4. Опа. Просто завиваем, делаем завиванец такой. Теперь кладем на бумагу и переносим все на бумагу. Делаем крендель. Крендель у нас расстоялся. Я запихнула вовнутрь бумагу для выпечки. Намочила ее, так зажмякала и туда запихнула. Желток один. Желток разведу чуть-чуть молоком. Потихоньку смазываю. Духовка разогрета на 170 градусов. Вот такой получился пирог у меня. Ну что, как наш крендель разрежу? Видишь, какой? Смотрите, какой мягкий. Сейчас разорвем. Видите, какой волокнистый. Вкусно. Очень вкусно. Готовьте по моему рецепту. Смело готовьте. Очень вкусно получается. Вы можете это сформировать, как вы хотите, этот пирог. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Делитесь с друзьями. И всего вам хорошего.